Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Мы продолжаем изучение Австралии. Тема урока – природные зоны, население Австралии, Австралийский союз, Океания. Сегодня на уроке мы узнаем, какие природные зоны представлены в Австралии, познакомимся с наиболее яркими представителями органического мира этого материка, а также познакомимся с особой частью света – Океанией. Узнаем, как размещено население в Австралии и Океании, и какие страны занимают эти территории. Каждый материк неповторим. Каждый не похож на все остальные. Австралия имеет те же природные зоны, что и Южная Африка с Мадагаскаром, но органический мир здесь совершенно иной. Здесь формируются природные зоны – саванны и редколесье, переменно влажные леса, жестколистные и вечно зеленые леса и кустарники, пустыни и полупустыни, области высотной поясности. Природа создала в Австралии огромный заповедник, где сохранились многие растения и животные, близкие тем, что населяли землю в далекие времена и исчезли на других материках. Этот материк не имеет прямой связи с другими материками, поэтому животный и растительный мир просто уникален. Видовой состав растений и животных отличается бедностью. Органический мир долгое время развивался изолированно. Животные и растения, которые обитают на одной какой-либо территории, называют эндемиками. До 75 видов растений материка встречается только в Австралии и около 90% сумчатых животных. Самым заметным представителем уникальной флоры Австралии можно считать эвкалипт. Насчитывается несколько десятков видов эвкалиптов, которые очень разнообразны. Встречаются и гигантские эвкалипты высотой более 100 метров. Корни таких деревьев на 30 метров уходят в землю и, как мощные насосы, выкачивают из нее влагу. Есть низкорослые эвкалипты и эвкалипты-кустарники. Эвкалипты хорошо приспособлены к засушливому климату. Листья у них расположены ребром к солнечному свету. Крона не затеняет почву, поэтому эвкалиптовые леса всегда светлые. У эвкалиптов твердая древесина. Это хороший строительный материал, а их листья используются для получения масел, красок, лекарств. Кроме эвкалиптов, для Австралии характерны казуарины с безлистными нитевидными ветвями, которых нет на других материках. Акация – это еще один типичный представитель растительного мира Австралии. Ветка с цветами серебряной акации изображена на гербе Австралии и является ее символом. В субэкваториальных лесах среди высоких трав вместе с другими деревьями произрастают бутылочные деревья с толстым у основания стволом, резко суживающимся кверху. Характерная особенность субтропических лесов – господство различных видов эвкалиптов, перевитых лианами, много древовидных папоротников. Во внутренних пустынных районах распространены заросли сухих кустарников, состоящие главным образом из низкорослых колючих акаций – эвкалиптов. Такие заросли называют скребом. Животный мир Австралии также очень своеобразен. Только здесь обитают самые примитивные млекопитающие – ехидна и утконос. Они интересны тем, что выводят детенышей из яиц, а кормят их молоком, как млекопитающие. В Австралии много сумчатых животных. У них детеныши рождаются очень маленькими, а мать донашивает их в сумки, представляющие складку кожи на животе.
подавляющее большинство семей сумчатых присущи только Австралии. Среди них особенно распространено семейство кенгуру. Гигантский кенгуру достигает 3 метра. Есть и карликовые кенгуру размером 30 сантиметров. Водятся здесь и вомбаты, напоминающие сурьков. В эвкалиптовых лесах можно встретить сумчатого медведя-коала. Он живет на деревьях и ведет ночной малоподвижный образ жизни. Его называют еще австралийским ленивцем. На острове Тасмания сохранился очень редкий хищник – сумчатый дьявол. Богат, разнообразен, а также своеобразен мир птиц. Особенно много попугаев. В лесах водится красивая птица лирохвост. Райские птицы с ярким оперением. В сухих саваннах и полупустынях страус эму. Есть ящерицы, ядовитые змеи. В водоемах Северной Австралии водятся крокодилы. Существует 21 вид кокоду. Среди них широкой публике известна лишь малая часть. Отчасти это связано с тем, что в Австралии существует закон, запрещающий вывозить с континента. На одном из малайских наречий слово «кокотуа» означает «кусачки». Клюв у кокоду очень мощный. Крупные виды без особого труда могут перекусить толстую проволоку. Достаточно крупная, нелетающая и с ужасным характером птица – казуар. Это одна из самых опасных птиц мира. Главный палец крыла вооружен когтем, который достался этим птицам от самых дальних-предальних предков – рептилий, вышедших из воды на сушу. Самый многочисленный, самый крупный хищник материка не относится к сумчатым. Это дикая собака динго. Динго не совсем австралийское животное. Собака появилась здесь одновременно с человеком. Австралийцы любят и заботливо относятся к природе своего материка. Они много внимания уделяют охране растений и животных и изучению их. Страус эму и кенгуру изображены на государственном гербе страны, а эхидна, утконос, птица-лирохвост запечатлены на австралийских монетах. На каждом из материков существуют страны, порой этих стран на материке десятки, но только не на австралийском материке. Австралия – уникальный материк, единственная страна материка – Австралийский союз. Или просто Австралия. Этот союз состоит из 6 штатов, которые входят в состав страны. Посмотрите на флаг этой страны. В правой части синего полотнища флага находится 5 звезд. Это изображение Южного креста, самого яркого созвездия Южного полушария. Это еще и символическое изображение Австралии. Страны, целиком расположенной к югу от экватора. А большая звезда, находящаяся на удалении от 5 звезд Южного креста, символизирует Великобританию. Австралия долгое время была колонией этой страны. В 1931 году Австралия получила независимость, и на карте появилось новое независимое государство – Австралийский союз. Австралия сохранила тесные отношения с Великобританией. Британский монарх до сих пор считается главой Австралийского союза. Большую часть населения страны составляют потомки людей, приехавших в Австралию из разных районов Великобритании. И хотя эти люди разных национальностей, англичане, шотландцы, ирландцы, всех их по традиции называют англо-австралийцами. Когда в середине 19 века в Австралии обнаружили месторождение золота, началась золотая лихорадка. В страну начали стекаться люди со всего света. Особенно много людей приехало из стран Европы и Азии.
Хотя сейчас население страны составляет переселенцы из десятков стран мира, основным языком остается английский. Однако первые люди появились в Австралии задолго до ее открытия европейцами. Заселение материка началось еще во времена каменного века, примерно 50 тысяч лет назад. Коренное население, аборигены Австралии, прекрасно приспособились к жизни в условиях жаркого и сухого климата. В поисках пищи и воды племена аборигенов непрерывно кочевали по пустыне. Главный объект охоты – кенгуру и разнообразные птицы. Колонизация материка англичанами сопровождалась преследованиями и уничтожением аборигенов. Европейцы просто не считали их за людей. На аборигенов шла самая настоящая охота. В ход пошло даже отравление редких источников воды, которыми пользовались жители пустыни. Только в 1967 году коренные жители материка были признаны гражданами страны. Но к тому времени их осталось всего 200 тысяч, то есть не более 1% населения страны. Население размещено по стране очень неравномерно, ведь большая ее часть территории мало пригодна для жизни. Почти все население сосредоточено на восточной, юго-восточной окраинах материка, там, где лучшие природные условия. Два больших города, Сидней и Мельбурн, долгое время оспаривали право называться столицами. Спор разрешили следующим образом. На равном расстоянии от этих городов была построена новая столица – Канберра, что на языке аборигенов означает «место для встречи». Австралийский союз – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь добывают разнообразные полезные ископаемые – каменный уголь, нефть, железную руду, золото, уран, алюминиевые руды. По добыче некоторых из них страна входит в число мировых лидеров. Главная гордость австралийцев – сельское хозяйство. А главная гордость австралийских фермеров – овцы. Овца очень неприхотлива. Она способна долгое время находиться без воды, может пить даже солоноватую воду и питаться самыми сухими и жесткими травами. Поэтому разводить овец можно даже в австралийской полупустыне. По поголовью овец Австралия занимает первое место в мире. Половина шерстяных тканей, производимых в мире, делается из австралийской шерсти. Аборигены очень бережно относились к природе. Наиболее быстро и сильно природа Австралии изменилась со временем колонизации материка и при дальнейшей хозяйственной деятельности англо-австралийцев. Многие животные истреблены в результате охоты и изменения их существования. Наиболее сильно изменены густонаселенные части Австралии. Здесь вырубаются ценные породы деревьев. Значительные площади, расчищенные от леса, используются как пастбище для молочного скота. В прошлом сухие редколесья и кустарники теперь заняты полями пшеницы, виноградниками, посадками оливкового дерева. Австралийцы прилагают большие усилия для того, чтобы сохранить уникальную природу Австралии. В стране созданы многочисленные заповедники и национальные парки. Около 20 из них включены в список всемирного наследия. Это прежде всего уникальный морской парк Большого барьерного рифа. Другим знаменитым местом в Австралии является парк Улуру-Ката. Главной его достопримечательностью является огромная гора Локолит – Айрс Рок. Сложенный из красного гранита, Айрс Рок называют каменным сердцем Австралии. Если издали посмотреть на изображенный на карте мира Тихий океан, то ничего особенного не видно. Большое синее пятно.
Но если подойти поближе и внимательно посмотреть на карту, то нельзя не заметить огромное количество мелких островов в его западной и центральной части. Не пытайтесь их сосчитать. Это займет слишком много времени. Островов здесь более 7000. Это самое крупное на планете скопление островов. Называется Океанией. Часть света, в которой воды больше, чем суши. Правда, нельзя сказать, что все острова Океании мелкие. В западной части Океании есть такие крупные острова, как Новая Зеландия и Новая Гвинея. Но они для Океании исключение. Большая часть островов весьма невелики. Чаще можно увидеть островные группы, архипелаги, включающие десятки, а то и сотни островов. Крупнейшими архипелагами Океании являются Гавайи, Туамоту, Фиджи. Первые сведения об островах Тихого океана привезла в Европу кругосветная экспедиция Фернандо Магеллана. Ее корабли пересекли Тихий океан, центральной ее части. Экспедиции были открыты некоторые острова в архипелаге Туамоту. Видимо, Магеллану они не очень понравились, так как он их назвал несчастливыми островами. Открытие основного мира Океании продолжил уже известный нам Абель Тасман. Во время своих попыток обнаружить Южный океан он открыл Новую Зеландию, острова Тонга и Фиджи. Особенно активные исследования островов Тихого океана начались с 18 века. Вряд ли кому-нибудь из мореплавателей удалось совершить столько же открытий, как англичанину Джеймсу Куку и французу Антуану де Бугенвиллю. Именно они нанесли на карту большую часть островных групп Океании. Россия начала организовывать кругосветные плавания только в начале XIX века, поэтому русские моряки оказались в Тихом океане позже французов и англичан. Но открытий и на их долю хватило. На карте Океании появились русские названия: острова россиян, острова Михайлова и Симонова, атоллы Суворова, Кутузова, Беллинсгаузена, Лисянского и многие другие. Огромную роль в изучении природы и жителей крупнейшего острова Океании Новой Гвинеи сыграл русский мореплаватель Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Он в одиночку высадился на диком берегу Новой Гвинеи и вступил в контакт со считавшимися воинственными и злобными папуасами. Миклуха-Маклай сумел завоевать их доверие и прожил вместе с ними несколько долгих месяцев. До его появления папуасы даже не подозревали о существовании светлокожих людей, поэтому они называли ученого человеком с Луны, а иногда просто Маклаем. С той поры участок побережья Новая Гвинея, на котором проводил свои наблюдения русские исследователи, на всех картах обозначен как берег Маклая. Практически вся Океания расположена в тропическом поясе. Это в сочетании с постоянно влажными морскими ветрами делает климат Океании удивительно теплым, мягким и ровным в течение всего года. Годовая амплитуда температур не превышает 5 градусов, а среднегодовые температуры составляют около 26 градусов. Для многих островов большой проблемой остается отсутствие пресной воды. Очень часто единственными источниками пресной воды являются небольшие водоемы, наполняемые дождевой водой. Лишенные источников воды острова необитаемы. Почти все острова в океане по происхождению относятся к вулканическим или коралловым атоллам. Облик природы и условия жизни на вулканических и коралловых островах очень различны.
Вулканические острова гористые. Это вершины подводных вулканов. Представим себе такой остров. Пассаты постоянно нагоняют волны прибоя на восточный берег острова. Наветренная часть берега обрывистая. Над ним почти постоянно висят облака, и каждый день идет дождь. Наветренные склоны островов Океании – это одно из самых дождливых мест на планете. Например, на Гавайских островах в год выпадает почти 15 тысяч миллиметров осадков. Это же почти 20 метров. Коралловые острова низкие, выступающие над уровнем моря всего на несколько десятков сантиметров. Пресной воды мало, растительность довольно бедна. Чаще всего растут кокосовые пальмы. Животный мир вулканических и коралловых островов не богат. На них обитают только те животные, которые могут добраться до этих удаленных клочков земли. На острове можно встретить огромные колонии морских птиц, ящерицы, насекомые, мелкие грызуны – единственные обитатели мелких островов. На островах нет хищников. Причем некоторые из птиц разучились летать, ведь врагов у них нет. Особенно интересны нелетающие птицы Новой Зеландии, например, киви. Она даже удостоилась чести быть изображенной на государственном флаге Новой Зеландии. Но если природа атоллов бедна, то океан вблизи их берегов поражает богатством и разнообразием жизни. Не случайно жители атоллов – великолепные рыбаки. Впрочем, это касается всех островов Океании. Население относится к двум расам. Западную часть Океании населяют папуасы – представители австралоидной расы. Они отличаются крупными чертами лица, темной кожей и густыми черными курчавыми волосами. Но большая часть островов заселена людьми полинезийской расы. Это очень рослые люди. У них смуглая кожа и почти европейские черты лица. У ученых нет единого мнения о происхождении заселения этого островного мира. Большинство ученых считает, что острова заселили выходцы из Азии. Норвежский ученый Тур Хейрдал считает, что часть островов могли заселить индейцы из Южной Америки, которые на плотах, используя попутные пассаты, могли пересечь Тихий океан. Скорее всего, заселение Океании шло разными путями. Именно этим объясняется различие в расовом составе ее населения. Сейчас состав населения островов изменился. Коренные жители составляют, как правило, не более половины всего населения. Остальные – переселенцы из Европы и Азии. В океане расположено примерно два десятка стран. Практически каждая островная группа представляет собой независимое самостоятельное государство. Некоторые острова Океании стали курортами первого класса. Их привлекательность особенно высока в связи с тем, что отдых на них возможен круглый год. Ребята, а теперь настало время перейти к закреплению пройденного на уроке материала. Итак, первый вопрос. Коренное население Австралии. Папуасы, аборигены, индейцы. Правильный ответ – аборигены. Густые заросли колючей акации и низких эвкалиптов называются скребом, зарослями колючек, вилли-вилли. Правильный ответ – скребом. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания, ребята.